Чувашии вслед за Центром ядерной медицины могут начать развивать и протонную терапию. Речь об этом зашла сегодня на рабочей встрече главы региона с директорами ведущих институтов физики страны. Какие идеи предложили ученые? Подробности в следующем материале. Протонная терапия когда-то была за гранью фантастики. О ней мечтали, но до практического воплощения не доходило. Хотя установки такого рода разрабатывали и в советские времена. Сейчас наука развивает реальные проекты. Специализированных центров пока в России нет, но в ближайшие годы все может измениться. Российские ученые восстанавливают былую славу страны. Спустя годы ядерные установки внедряют в сферу медицины. На сегодняшний день мы не отходим от варианта в области разработки создания всех технологий. Но поскольку имеем очень большую компетенцию в области разработки создания ускорителей, практически всех, у нас много типов ускорителей заряженной частицы, в последнее время занимаемся ускорителями протонов и ионов. Академик РАН Александр Сергеев называет республику идеальным местом для создания центра протонной терапии. В этом заинтересованы и власти, и научные круги. Сейчас в Чувашии активно развивают ядерную медицину. В августе прошлого года у вас была с визитом здесь министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова, открывала новый корпус хирургический. И мы тогда с удивлением услышали слова о том, что она поддерживает создание центра ядерной медицины в Чебоксарах. И более того, как проект, ну, может быть, не завтрашнего, а послезавтрашнего дня, видит создание здесь центра протонной терапии. Подкупает позиция вашей власти, которая умеет понимать очень серьезные современные тренды и в развитии медицины, высокотехнологичной медицины. То, что у вас здесь будет построена ПЭТ-установка для диагностики, это очень хорошо. Ученые предлагают сделать первый шаг и разработать специализированную программу создания центров протонной терапии. И сегодня с руководителем вашей республики мы обсуждали вопрос о том, можно ли создать такую межрегиональную программу, которая позволила бы нам выйти и на уровень Минздрава, и на уровень Росатома, и выше, с тем, чтобы действительно поставить вопрос о создании отечественного центра протонной терапии. Глава республики идею ученых поддержал. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.